Сегодня у нас действительно есть что отметить, потому что благодаря всем вам мы стали финалистами престижного конкурса за право носить звание лучшей компании года. Убери руки, я сказал! Что ты творишь? Убери руки! Бланко, ты вор! Бланко, ты вор! Вопрос деликатный. Этот субъект должен убраться отсюда, иначе никакого приза нам не видать. А что он там написал? Ну что обычно люди на них пишут? Ничего хорошего. У меня все в порядке. Какой порядок? Ты посмотри на себя. Серьезно, что с тобой? Моя жена говорит, ей нужен воздух. Мне что, кислородный баллон ей купить? Это кто такая? Новенькая. Подвести? Идея не очень. Финида всегда с завязанными глазами, и этому есть объяснение. Я тоже люблю, когда мне завязывают глаза. У меня уши болят от мегафона. У меня была тит, когда я был маленьким. И что мне делать? Отвезти тебя к дяде доктору? Они же для меня словно родные дети. Миралис, иди сюда, я кое-что тебе скажу. Твой муж совсем плох. Мои проблемы с мужем, это мои проблемы. Знаешь ли, они вредят моему бизнесу, и поэтому они мои. Иногда весам нужно помочь показать правильный результат. Иногда это единственный выход. Самый лучший босс. Смотрите в кино.